Здорово, танкозавры. Ну чё, сегодня гриль 15. Гриль 15 попал на карту студзянки. Стандартный бой. И боекомплект сразу смотрим, какой зарядил. 19 ПБшек, 8 кумулей и 3 фугаса. Кумулей, кстати, мало таскает. Видимо, в основном ББшками стреляет. ББшки-то клёвые, 279 пробития. Кстати, скорость полета снаряда какая? 1200, это вообще хорошо. И сразу леопардик засвечивается. Ну-ка. На этом, как его дал. Как называется-то он? На автоприцеле, короче, дал. По леопарду. Так, сейчас второй раз даст или не даст? Ой, он закоточил. А, он остановился. Его либо закоточили, либо он остановился. Так, там Е5, кстати, едет, он только не видит, вот. В простреле нет. Вообще в простреле будет сейчас. Наверное. Как он сводится, странно, да? Нормально, вторая плюха залетела по Екпанзеру. С вашего позволения, я хлебну чайку. И будем продолжать смотреть этот прекрасный бой. Этот бой нагибатор. Этот бой просто крутой, офигенный и пиздатый. Так, сорян за мат, кстати. Крутой. Почему он? А все очень просто. Сейчас вы все увидите. Что наш игрок, что наш боец, который попал в видео, будет делать. Что он тут будет делать, это просто... Это просто жесть. Я сразу говорю, это просто жесть. Жестяная жесть, примерно. Но это не точно. Так, Т-57 Heavy, это понятно. Панцеркомфаген 7, это тоже понятно. Так, ну... Пока ничего особенного не происходит на самом деле. Стоит, ждет, выжидает. Может, по кому-то даст, думает. Видимо. Видимо, так и думает, что по кому-нибудь сейчас закинет, так сказать. Тычечку, но... К сожалению, пока никто не светится сильно-то. Ой, смотрите, это что такое? Тестолет. Но в тестолета не залетает снаряд. К сожалению, в тестолета не залетает снаряд. И решает он маленечко поменять позицию. Я так понимаю. Я так понимаю, он решает поменять позицию какую-то. Да. Подъедет сейчас, наверное, на этот холм и будет оттуда что-то накидывать, что-то давать. Почему-то стрелять. Угу. Так, 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 так. Это интересно очень. Это интересно и очень-очень интересно. Тестовал ТМ, угу. Но никого не светит там, хотя там два тестолета. Два тестолета, может, кого увидит. Кстати. О, решил поехать, и бабаха засветилась. Вы посмотрите, что за трупом. За трупом стояла, но подставилась, и наш игрок не дремлет. Наш боец не дремлет, поэтому... Закидывает, так сказать, тысячку. 2000 урона уже имеется. Команда на нашего бойца проигрывает. Так, не успел больше ни по кому дать. И засветился сам от тестолета. Нужно сваливать по-быстрому. Именно он этим и занимается. Как арта хотела пробить, вы видели? Как будто бы была туда сведена уже. Сразу же практически после засвета. Сразу практически стрельнула. Вряд ли она так быстро пересвелся. Так, вот тут он видит Е5 и решает все-таки остановиться, по нему может покидать. И хорошо в каточек прилетает. ББшечки прям просто маперсик залетают. Маперсик залетают. Я вам серьезно говорю, ребята. Поэтому как бы, ну... Поэтому как бы вы должны понимать, да? Что происходит здесь. Как бы должны понимать. Тут происходит какой-то трэш вообще по факту. По факту так происходит какой-то трэш. Так. Ой, хорошо, в Бортину залетело. Ля, в Бортину залетело. Видели, как жестко, да? Вообще круто было. Вообще круто в Бортину залетело, кстати.
Так, счет 5-7. Полный капец, потому что те же проигрывают, СТшки там проигрывают, везде все проигрывают. Как этот вытаскивать бой, я просто не представляю. Куда он сводился вообще? Куда он сводился? Непонятно, куда наш боец сводился. Но! Ля, с упреждением, как на 855 закинул. Вы посмотрите, просто герой века. Герой века. За каких-то 5 минут 5000 урона дал. В минуту по 1000 урона дает. Вы представляете, что это за боец? Что это за крутой боец? Вообще хоть себе можете такое представить? Так, добирает он тестолета. 5500 в кармашке имеется. И команда нашего бойца проигрывает на целых 5000 хп. Это очень много, на самом деле. Вот. Я аж зазевал, короче, от этого боя. Ломает тут деревья, на пофиг, летит спасать 121-го, я так понимаю, да? Ага, 121-го не надо спасать, потому что его спасла арта. Его спасла арточка от бабахи. Так, тут 60 тп. Тут 60 тпшник. Панзеры там, конечно, это круто все, да? Но они не подставляются, вот в чем проблема. И семерка одна бодается с панзером и с Е5-ым. Две семерки бодаются. Одна семерка 60 тп, другая с этим, с теми двумя ебашится. Ой, сорян, опять за мат. Никак не могу отучиться. Ну, я не собираюсь отучаться от мата, просто... охота... А почему там зеленым горю? Охота меньше его использовать. В своем, так сказать, языке. Ой, поджигает СТРВшечку. Догорит, нет, как думаете? Ля, догорело, смотри-ка. Ля, хорошо. Так, тут какой-то раш пошел. И посмотрите, какая сладенькая... Сладенький борт и сладенькая попочка под Рокомфагена. Надо закидывать туда сразу же. Ля, закинул. 3000, 3 хп осталось. И засветился. К сожалению, засветился. Надо сваливать, пока 60 тп или яга не прокинула. Ой, далеко он свалил что-то. А, ой, хорошо, и пятый что-то выделывается. Выделывается Е5, но он не подставляется. Зачем он целит туда? Ему не надо было не туда целить. Вот Екпанзера надо было. Да, надо было так далеко не отъезжать. Надо было стоять целить. Как-то странно так целит. Сразу же убит X16. Так же неудобно стрелять. Алло. Дозморов. Дозморов танкс. Кстати, посмотрите, какой у него клан. 80-х. 80 и X. Это 80-х называется. Так, ТПшник подставился. В бортину прилетело. 9к урона. Как с куста просто, вы посмотрите, что. И, мы, кстати, что здесь наблюдаем? А мы что наблюдаем? Прожета с грилем остались вдвоем против шестерых бойцов. Вы хоть себе это можете представить? А как это тащить? А я не знаю, как это тащить. А сейчас будем смотреть. Так, вот это, кстати, очень опасно, потому что альфа пройдет, не пройдет еще. По идее, должна. Да, спокойно проходит, главное пробить, и он пробил. О, Екпанзер забрала прожета, это просто кайф. Главное, что прожета там жила. И по факту они могут вообще изи растащить этот бой. Да, главное, сейчас надо Е5 подсвечивать. На арту, в принципе, пофиг. Ой-ой-ой-ой, посмотри-ка, чё, Юдас ворвался, 1600 хп, этому очень много. Надо, чтобы прожета помогала нашему грилю, иначе нашему грилю ГГ. А, Е5 прокинул, Юдас зарядил фугас, и 249 хп осталось. Прожета помогает, красавчик. Но Юдас сейчас зарядится, наверное. Е5 не пробивает, что происходит? Юдас опять дает, надо добивать Юдаса. Добей Юдаса, давай, родники. Раз, красавчик. Просто красавчик, но это проблема. 249 хп остается. И у нас две заряженные 261, возможно. Они, у них там перезарядка очень быстрая. Нужно быстро сводиться и помогать прожечь и убивать Е5. Но как ему помогать, если 261 скорее всего уже сведен? И вот он уже накидывать пытается. Да, тут него не видно. Видно как раз сладенькую задницу Е5 и прокидываем на 715. 10598 урона. Вы посмотрите, что происходит. Это какой-то нагиб, это какая-то нереальная битва, блядь, титанов. Прожета 60 тп должна светить Е5, и грилечек наш откидать бы легко бы смог. Вот он, Е5. Сейчас подставится. Да. Ля, красиво, но нет. Все-таки арта забрала прожету. Вы посмотрите, че. Е5 остался шотным. Да, но у нашего гриля не такой хороший обзор. У Е5 по-любому лучший обзор, потому что это все-таки американский танк. А как мы знаем, у американских танков очень хорошие обзоры. Плюс 110-ка. Е5, у него тоже хороший там обзор.
И он нашего крыля сможет легко пересветить. Нашему крылю надо быстро уезжать на направление куда-то дальше. Что он как раз и делает. Что он как раз и делает. Чайку сейчас бахнет по-быстрому. Ой, кайф пошла, родная. Что он и делает? Сваливает в направлении туда и встречает 261-го. Ну-ка, стреляй, родники. Красавчик. Красавчик. Главное, чтобы Е5 в спину не стрельнул. Или 261-й не забрал. Это очень важно. Так. Уже по факту должен был отсветиться. Да, должен был отсветиться. Главное, что 21-го как-нибудь в упоре не встретить. Вот он. Свертухи! Результаты перед вами. К сожалению, это поражение. К сожалению, это поражение. 12 072 71 урон, 5 киллов, 1690 насветил. Конечно же, мастер, костолом, основной калибр. 860 опыта дали. Так, ну с премиум за достижение за полученное. Ой. За достижение, полученное в бою. Там же обычно говорятся за. По-другому там как-то пишется. За достойное сопротивление в бою, по-моему. Что-то такое. Ну ладно, теперь, видимо, по-другому. 2000 опыта дали. Вот. Ну вот как-то так. И пятый все-таки. Да, Юдус, конечно, ворвался там жестко. О, кстати, посмотрите на статистику выстрелов, прямых попаданий и пробитий. 18 выстрелов произвел. 17 попаданий, 17 пробитий. Достойно, я считаю. Это достойно, чтобы вы прожали лайк. Даже. Все, я с вами прощаюсь. Всем до скорых встреч. С вами был Даня. Пока-пока.